Сексуальный скандал в католической церкви. Посол Ватикана во Франции 74-летний Луиджи Вентура обвиняется в домогательствах к младшему сотруднику парижской мэрии. Обращение в полицию поступило спустя неделю. Представители архиепископа сообщения о расследовании не комментируют. Ранее папа римский Франциск признал факты сексуальных домогательств священников к монахиням. В середине следующей недели в Италии выйдет скандальная книга расследования, в которой утверждается, что 80% священников в Ватикане – гомосексуалы. Уже сейчас пресса предполагает, что этот труд нанесет католической церкви катастрофический урон их репутации.